каких-то тяжелых осложнений. Запрет о продаже сигарет россиянам, родившимся в 2015 году и позже, пока лишь предложение, и в закон оно не превращается. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она прокомментировала меры, которые ведомство планирует ввести в рамках антитабачной концепции 2022. Так, на пачках с табачной продукцией появятся новые пугающие изображения человеческих органов, пострадавших от длительного курения. Вероятнее всего, электронные сигареты приравняют к обычным, и одновременно Минздрав расширит перечень мест, в которых курить будет запрещено. Антитабачную концепцию ведомства, напомним, представила в начале января. Сейчас документ проходит согласование. Концепция в целом одобряется более 60% населения нашей страны. И, кстати говоря, те запретные ограничивающие меры, которые мы 5 лет назад провели с таким же большим трудом, с обсуждением шумным и так далее, их поддерживает более 80% нашего населения. Реально дети перестали курить, и подростки.